позвольте продолжить. Вернее, начать второе отделение. Слово имеет ученый писатель господин Прасковья Товкин. Прошу к экрану. Рад вас видеть снова. Уже при орденах и с медалями вы их заслужили. Роберту Баблоянову 75 лет. 75, думайте. Не помню, у какого народа, восточного, есть такое обычай. Человек, когда рождается, ему сразу присваивается возраст 60 лет. И вот начинают отсчитывать назад по году. И когда исполняется 60, ну по нашему счету, то тогда ему 0. А потом, значит, начинается 1, 2, 3. И вот сейчас Роберт уже исполнилось 15 лет. Ну, юношеский возраст. А 60 лет получается половина жизни. Да? Если рассчитывать, что прожить от 0 до 60, потом от 60 до 120. Чего я вам, Роберт Завянович, от души желаю. А половина жизни, вот как сказал русский классик, не всякая птица долетит до середины Днепра. Да? И не всякий человек доживает до середины жизни. Вам это удалось блестяще. И, между прочим, вот это и отметил ваш сын, который сказал, что вы заводите все время новых друзей. И это продлевает вашу жизнь, потому что вы преодолеваете дружескими, хорошими отношениями к вам людей, преодолеваете даже время, что не всем удается. Но 75 лет или 15 лет по своему корейскому счету, это все-таки возраст уже юношеский, и можно подвести некоторые итоги. Роберт Баблоян, автор 21 книги. Я не обсчитался, Роберт? 21 книги. И эти книги были изданы на разных языках. Из них 11 книг на русском языке, включая последнюю книгу. Из них на армянском языке 4 книги на родном языке Роберта, на узбекском 2 книги, на японском 2 книги. Есть книга на азербайджанском, и есть даже книга на карпатском. А есть такой язык-то? Азербайджанский есть такой язык? Я вообще не знаю, когда был СССР, может и был. А сейчас, как он сейчас называется? Господин Ильчик. Турецкий. Турецкий, да? Да, да. И теперь второй президент Азербайджана говорил, какой азербайджанский, Сталин его придумал, тюрки вы. А Роберт Баблоян начинал свою творческую карьеру, как известно, как поэт. И даже учился в университете у знаменитого пушкиниста Бонди. Но осознав высокие требования поэзии, которая заключается еще и в песнопении, Роберт оставил эту стезю нам, несчастным, и стал заниматься прозой. И в прозе вот опубликовал такое большое количество книг. Не всем это удается. Роберт себя сам называет российским армянином. Понимаете, какое-то сочетание такое. Российский армянин. Еще было лучше было назвать русским армянином. Ну, российский — это по государственной принадлежности. А по культурным отношениям, которые, Роберт, вы устанавливаете, вы являетесь связующим звеном между русской культурой и армянской культурой. Я, может быть, не прав, как это говорить. Я думаю, что было бы точно русско-армянским писать. И как он сам заявил в одном из предисловий к одной из книг, Роберт считает своим долгом и своим предназначением служить связи этих двух великих народов. И это ему, как мне кажется, блестяще удается. Не все себя посвящают связям с другой культурой или с двумя культурами. И я могу назвать Роберта Баблояна мультикультурной личностью. Мультикультурной, потому что он представляет не одну культуру и даже не две культуры. Он приведен на множество языков. И посетил множество стран. Вот сын Роберта Завеновича, Завен Роберт, утверждает, что Роберт посетил больше 200 городов. И вот я не знаю, только правильно или нет, из них 50 украинских, из них, или это сверх того? Нет, 50. 50.
И я думаю, что не меньше 5 стран, или может быть даже больше. Ну, туда входит и бывшая Югославия, да, и Украина, и Польша, это только славянские страны. И Япония, да, Япония, Германия и Соединенные Штаты Америки. Да, в Японии, я думал, знал только про одну из книг. Да, 2 книги вышло в Японии. Я поздравляю с таким успехом. Многие из русских литераторов хотели бы, чтобы их переводили на японский язык, но далеко не всех почему-то переводят. А может быть, с ними просто не знакомы. И вот Роберт Бабаян, он вообще свою журналистскую деятельность начал, по-моему, в журнале «Пионер». В армейских нет, я имею в виду журналистскую деятельность, связанную с детьми. И часть книг, которые Роберт Зарянович сочинил и написал, они посвящены детям. И вот поэтому, Роберт Зарянович, значит, вам маленький сувенир. Да. Да. Он одновременно отвечает вашу принадлежность к Кавказу и к детству. Спасибо. Я вас поздравляю с вашим юбилеем, желаю еще долгих лет, больших творческих успехов и всего самого хорошего. Спасибо. Между прочим, впервые Юра показал мне по телевизору прямо из дома. Но сегодня нам не разрешили воспользоваться интернетом. Да, я дочери позвонил, говорю, 7 утра включи, посмотри по интернету. Давайте чередовать текстовые выступления с музыкальными. Поэтому я приглашаю солиста, артиста театра «Романса», он же, как и Роберт, художник и друг Роберта, Александр Ришко. Это песня на мои слова. Мама называется. Oh.
поняли, что слова мои – музыка лагерчанка. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, наряжат на меня тревогу, внося покой в сон. Когда влюблен, любовь нечаянно грянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты порешь сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить, а? Сердце, как хорошо, что ты такой. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Приглашаю профессионального дипломата, первого посла России в Армении, Ступишина Владимира Петровича. Браво! Дорогой Роберт Заленович, прежде всего хочу поздравить тебя с солидным юбилеем. Не всем удается перешагнуть такой рубеж. Да, не просто перешагнуть, а оставаясь вот таким бодрым, энергичным. Хочу поздравить с появлением новой книги. Новой книги «Лицом к лицу», которая, на мой взгляд, очень хорошо оформлена, и она оправдывает те надежды, которые зародились, в том числе и у меня, в момент обнародования фрагментов этой книги под названием «Фас, анфас и профиль». Когда встречаешься с книгой об известных, в основном там известные у него люди, начинаешь искать общих знакомых. Мне это удалось не только потому, что в разное время мы оказывались в одних и тех же из 200 городов, где побывал Роберт, будь то Москва или Ереван, Париж или Нью-Йорк, но и потому, что судьба тоже в разное время дарила нам счастье общаться с такими замечательными людьми, как поэт из большой буквы Георг Эмин и Сильва Кукутикян, писатель Грант Матевосян, он упомянут в интервью с Фазилем Искандером, литературовед Левон Мкратычан, о нем в очереди о Мариетте Шагинян сказано, скульптор Сурен Мальян, не так давно ушедший от нас тоже, композитор Лазарь Квартиросович Сальян, о нем в интервью с Тихоном Хрениковым, великий астроном Виктор Амбарцумян, упомянут тоже в одном из очерков, в очереди о Камоудумяне, дрессировщица Наталья Дурова, замечательный актер Зиновий Герд и великая певица Луан Беспалян, и сам великий Слава Ростропович. Я назвал только тех, кто уже ушел мирно. Слава Богу, живых общих знакомых у нас с Робертом еще пока больше. И некоторые из них здесь пришли чествовать его в день его юбилея. Дай Бог им еще дольше и долго прожить на этом свете. Меня особенно тронули рассказы о маме юбиля, Арбит Назаретовне Мактарасяну, которой он посвятил свою книгу. И добрые слова в адрес его жены Татьяны Александровны. Не могу отказать себе в удовольствии в заключении процитировать слова друга детства нашего юбиляра, известного литературоведа и критика Льва Александровича Анинского. Он о Роберте Балаяне сказал так: «Пустив корни в русской культуре, связал два великих народа еще одной нитью.
хотелось бы, чтобы эта ниточка оставалась прочной и во всей последующей жизни Роберта Завидовича и никогда не прерывалась. Аствакста. Ну и у меня, конечно, нет замечательных работ, как Параджановская. У меня есть вещь, которая оформлена кустарно. Но эта вещь есть оригинал. Рисунок художника, которого, когда Роберт был у меня недавно, он так мне показался, любил вернее. Он же мне и сообщил, что тот ушел в мир иной. Карен Симбатян. Ой, да, это хороший художник. Вот это вот его работа. Карен Симбатян. Спасибо, дорогой. Спасибо. Вот здесь сидит один известный дирижер, Владимир Рассказов. Он по телефону мне сказал: ты знаешь, Роберт, один великий армянский режиссер, выходя на сцену к своему 60-летию, по-моему, Рубен Симонов, да? Да. Володя. Да. Рубен Симонов, выходя, говорит, ему было 60. Здравствуй, старость. А могли бы и не встретиться. И когда мне звонил недавно Владлен Мальян, не Мальян, Владлен Мальян, да, Серес Гахникомана, вот автор этой песни, я ему уже говорю, что Владлен, ну мне 75, а он сказал: знаешь, Роберт, есть хорошая английская пословица: если хочешь долго жить, надо стареть. Сколько была подарена картина, пригласить Абрамяна Хачатура, художника известного, красивого и доброго. И всемирно известного, я бы сказал. Хороший друг наш Абрамян, хочу сегодня поздравить прекрасном таком празднике, вот, юбилейном, и дарить вам картину. Картина называется «Красный корабль». Это значит территория Западной Армении. Я думаю, что это все время будет смотреть. Когда-то эта территория наша красивая, которая находится, территория, вот, которой мы все, не только армяне, все люди добрые и хорошие, все ждут этого дня. Вот эту картину я хочу дарить вам. Поздравляю. И, пожалуйста, прошу подняться Гавуру Шаняна, художника. Я знаю немало лет. Я знаю немало лет. Я не чувствую моего возраста. Я знаю, что чуть постарше. Когда приезжаешь ко мне, в общем-то, я даже вдохновляюсь приезжать на фотосессию. И я хочу подарить. Я в прошлом году делал композиции в малых формах миниатюров, где больше времени. Да. Я хочу от той самой внешних тем женщины, которые, собственно, осмысливают эти женщины. От композиции амбивалентно женщин. Хочу подарить. Спасибо. Можно показать, да? Вот такая женщина. Алик Закарян.
прошу сейчас лауреата нескольких конкурсов чтецов, исполнителей, артиста Росконцерта Абрамяна Арамаиса. Добрый вечер. Вот это 11-я книжка Роберта Бабаяна. Она сравнительно небольшая, и, как мне кажется, потому, что в ней сфокусировано все лучшее, что Робертом за все эти годы было написано. Позвонил мне Роберт, мы с ним договорились о репертуаре, я многие новеллы уже исполнял в разных местах из этой книжки. И вдруг, позавчера вечером, я решил изменить репертуар и прочесть совершенно новые две новеллы. В конце я объясню, почему. Первое посвящено Арпик Мартиросян. Мама называется. Кто дарует нам жизнь, жизнью своей рискуя. Кого с детства мы огорчаем, мучаем, не стыдясь. Кому приносим столько бед, побед наших братьев. Кого, бездумно обижая, мы, повзрослев, обожествляем. Кем, как святыней клянется, о ком грустим, грустим, о ком на склоне лет. Ту, кто днями трудится, ночами не спит, кто никогда, ни за что сыну своему не мстит, ту пожизненно, вслух и мысленно мы называем мама. Слог наш первый, вздох последний. Еще одно. Это уже Завену Баблояну, отцу и музыканту. Такое посвящение написал Роберт. Как-то слушая восточную музыку, я вспомнил случай, когда глотало меня море. Я там. Когда ноги мои коснулись дна, мне как показалось, что меня коснулась смерть. Что было мочи, собрался я в комок и оттолкнулся от дна. Вынырнул, глотнул надежду, воздух. И снова вниз. И так до тех пор, пока не коснулась меня помощь, рука человека. Я припоминаю, что тогда, как во сне, потолще воды пересмотрел я всю жизнь свою. Еще помню, что постоянно я слышал какую-то музыку, которая прибавляла силы моей, то была волшебная, божественная музыка, музыка жизни. И я понял, что музыка — это звуковой маяк
на грани двух миров стоящий. От себя добавлю. Музыка в исполнении великого музыканта Завена Григорьевича Павлояна. А вот теперь я объясню, почему я позавчера вечером, уже перед сном, взял именно эти два стихотворения. Дело в том, что сегодня церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. Прошу на сцену академика Эрнеста Григоряна. Роберт Завенович, рад поздравить вас как одного из лучших потомков Ноя. Я считаю, что это праздник всех людей, всех народов. Действительно, такого талантливого человека не часто видела Земля. Вы посмотрите на эти таланты. Очень легко. Кажется, что только Роберт Завенович взмахнет рукой, пожалуйста, сколько у нас здесь шаржей, рисунков. Только Роберт Завенович задумается, стихи, песни, книги. Но самый главный талант Роберта Завеновича – это, конечно, умение дружить. Роберт Завенович – человек будущего. Он и живет в будущем. Мы сегодня можем с Робертом Завеновичем говорить о его планах. Роберт Завенович, еще сколько книг вы напишете? Я думаю, что много, много, и мы еще будем наслаждаться этими книгами. Роберт Завенович – необычайный человек. Не переживайте, что в интернете вас нет. Я думаю, что мы разнесем эту мысль куда интереснее и куда проницательнее. В души, в сердца войдет ваше творчество. И то, что вы такое живете, как будто вот каждое прикосновение вас к какой-то реальности делает ее прекрасной. Делает ее элементом искусства. Даже сегодняшний праздник, который мы сегодня переживаем, замечательное явление, замечательное событие. Сколько сегодня интересных песен, выступлений. Ваши друзья – это новый мир. Говорили о том, что вас не касается категория времени. Мне кажется, вообще вы живете в другой реальности. Вы из другой планеты. Мне очень хотелось бы побыть на этой планете чуть-чуть подольше. Но, к сожалению, всего 2-3 встречи были у нас, Роберт Завенович, с вами. Но они на меня серьезно повлияли. Я не академик, здесь немножко превысили мои регалии, но я, поскольку занимаюсь образованием, 2-3 встречи с Робертом Завеновичем были достаточны, чтобы пересмотреть не только жизнь, но и свою профессию. Стать академиком? Да, но позже. Но я скажу, что именно вот та безудержная креативность, творчество, вот то стремление в каждую секунду жизни прочувствовать, переосознать и дать нам ее воплощение, дать ее смысл, меня поразили. Я сегодня начал строить образование по-другому, по методу и по эталону Роберта Завеновича. Роберт Завенович совершенно, так сказать, новую платформу, новый автор. Поздравляю всех нас с честью быть знакомым с таким лучшим потомком Ноя, Роберт Завеновичем. Всех благ. Ну хорошо. Я просто сейчас буду, как многие нескромные армяне, скажу, что Эрнест, я есть в интернете, это просто сегодняшний не дали. А так 67 страниц, к сожалению, посвящены мне, но сегодня я знаю, что мой сын обогнал. Он перевод 9 книг переводчик. Я когда вижу Баблоян, я радуюсь. Ну как хорошо, что, как Аветики Сатян говорил, «Ерехет меспес чапрек, мезарит слава апрек». Чтобы дети жили лучше нас. И сын обогнал меня. Спасибо тебе за это. Культ личности Роберта Павлояна продолжит скульптор и поэт Дмитрий Кукколас. Роберт Завенович, я присоединяюсь ко всем говорившим по большой своих делах, в том, что вы сделали, своих начинаниях и продолжениях. Но столько уже сказали о вас. Мне остается только присоединиться тем теплым словам, то, что вы являетесь и проводником между армянским и российским народом, хотел бы вот это отметить, то, что являетесь писателем, поэтом, художником и ценителем большим, собирателем искусства. Мы с вами познакомились на выставке, давно-давно это было, в 98-м году, и с тех пор
дружим мы с Робертом Завеновичем, поддерживаем теплые отношения, постоянно созваниваемся, бываем друг у друга в гостях, он мастерской часто посещает мою. Вы являетесь еще, я скажу, консультантом моим по поэзии. Я пишу стихи, часто очень написав стихотворение, я звоню Роберту Завеновичу, и он мне дает ценные и нужные советы. А сейчас я специально посвятил Роберту Завеновичу его юбилею стихотворение, назвал его «Арарат». Вот так можно? Я услышал вдали, сладко стонет дудук, даже сердце мое изменило свой стук. Я пошел, побежал в эту синюю даль и себя погружал в вековую печаль. Там вдали Арарат где-то виделся мне, и казалось, что был я на белом коне. Конь крылами к вершинам меня уносил. Я об этом молил, я это просил. Этот сон, никогда не забуду о нем. Может, плакали вместе с тем белым конем, до вершин долетя и коснувшись небес. Но сегодня я с вами, сегодня я здесь. А мой конь подождет, и ведь ждал он не раз, это всеми знакомый крылатый Пегас. Я сегодня родился, к окну подошел, сквер в листву нарядился, и дождик пошел. Вот такая женщина. Уже вот есть графическая женщина у вас, вот старая женщина у вас сегодня. Скоро он создаст самое великое свое произведение, как сказал Артем, родит ребенка. Он ждет ребенка. Был такой замечательный исполнитель неаполитанских песен, великолепный лирический тенор Артур Айтинян. Люди старшего поколения, наверное, помнят его. Сегодня я приглашаю присутствующего здесь его сына, вице-президента Творческого союза профессиональных художников Станислава Айтиняна. Приветствую вас, дамы и господа. В каждом долголетии есть своя тайна. Вот у каждого человека на протяжении его жизни формируется шкала его ценностей, она или возрастает, или убывает с возрастом. И как раз у Роберта Завеновича она всегда идет по возрастающему. А когда ценности возрастают, возрастает понимание того, что же такое счастье в этой короткой и прекрасной человеческой жизни. А счастье, по-моему, это вот тот миг, увлеченный наполненностью жизни, само ощущение полноты жизни, то, что мы знаем в детстве, как задохновение игры. Такая же игра с человеком, не оставляя его длиться в его жизни, если он ему присуще творчество. Вот многогранность в этом творчестве, которая отличала лучших представителей прошлых веков, нашего старинного дворянства Европы всех стран, интеллигенции, великой российской и армянской интеллигенции. Вот эти традиции, вот что, собственно, лежит в основе долголетия. И не только я, психологи, профессионалы говорят, что живет долго только тот, у кого есть цель, кто увлечен целью в жизни. Вот нету цели, человек уходит. А если есть маяк будущего, тогда будущее притягивает к себе, и мы пролетаем через годы, даже иногда тяжелые, даже иногда трудные, но мы пролетаем и все-таки оказываемся в том вожделенном будущем, в котором, собственно, человек и живет. И мы как раз видели сегодня, сколь многие художники одарили нашего юбиляра, скульпторы, музыканты. И я имею почетное основание поздравить Роберта Завеновича от Творческого союза профессиональных художников, от всех 2000 членов, сегодня здесь присутствует Левон Осипян, член нашего союза, как художник-фотограф. Здесь в этом альбоме подытожено один из годов деятельности нашего союза. Это альбом 2009 года. И здесь написано Роберту Баблояну, юбилей, день 85-летия. Официальное поздравление и пожелание жизненного и творческого долголетия Творческого союза профессиональных художников дружественно. Спасибо. И не могу не сказать,
и это я оставил в конце, что Роберт Баблоян – член Творческого союза профессиональных художников. Причем он по двум линиям. Он у нас и как коллекционер, но прежде всего как художник-график. И в этом плане он последует за такими крупными величинами прошлого нашего союза, как Борис Ефимов, который покинул нас на 108 году жизни, оставив огромное творческое наследие. И еще, так как было упомянуто о моем отце, надо сказать, что Роберт Баблоян в молодости работал с ним как артист разговорного жанра, как блестящий, великолепный конферансье, представлявший концерты моего отца в далекие 60-е годы. За что ему особенное спасибо от нашей семьи. Разрешите пригласить главного редактора журнала «Арагаз», секретаря Союза писателей Москвы Левонова себя. Надо сказать, что мы все вышли из пионеров, а наши отношения с Робертом вышли из журнала «Пионер». Так получилось, что я его нашел листая журналы, увидел, что он там член коллеги, и, так сказать, пошел знакомиться с Робертом. Вот с тех пор, это уж тоже, наверное, с 70-х годов, мы с ним и дружим. Я действительно редко встречал людей вот с такой креативной способностью. Он все время что-то придумывает, постоянно. Как ты придешь к нему домой, говорит: слушай, вот такую вещь я хочу там сделать, вот это посмотри, вот это я уже сделал. Все время какие-то книжные проекты. И надо сказать, что, в общем-то, удачные проекты. И, так сказать, по разным направлениям совершенно. Все двигается и делает. И вообще очень приятно. Я не знаю, я всегда прихожу к нему домой, и это для меня такой небольшой, но всегда праздник. И, дорогой Роберт, желаю тебе здоровья прежде всего. И что сегодняшний билет, это действительно, как кто-то уже сказал, половина твоего жизненного пути, но никак не меньше. Держится тебе журнал. Да, новый. Да. Ну, это еще тот, который у тебя есть. Да, это старый еще тот, который. Но зато вот результат твоего похода, значит, аплодирую. Хочу снова вам предложить послушать Кеманчу «Аэропетяна Гранта». Thank you.
Я сегодня хочу публично поблагодарить нескольких людей, которые помогли издать вот эту мою книгу. Одни словом, другие советом, третье делом. Я хочу поблагодарить в первую очередь директора школы, где я работаю, где мы издаем детский журнал. И хочу поприветствовать, она сегодня прилетела через океан, это дорогая госпожа Успенская, которая очень помогла мне издать. Я хочу поблагодарить еще одного моего друга, это господин Чахмахчан, который очень помогал мне при подготовке этой книги. И мои друзья, которые здесь присутствуют, профессор, доктор Марлен Бостанджан. И всем спасибо, кто помогал. Этот человек каждый день, каждую минуту радует и всегда удивляет. Мы уже очень давно дружим, и семьями дружим. Но так получилось, что Роберт Завенч работает сейчас в школе. У него каждый раз столько интересных идей. Когда я наблюдаю, как он работает с детьми, это огромное желание передать все то богатство, которое в нем есть, все эти занятия. Надо видеть и наблюдать вот то состояние души вот этого прекрасного, красивого человека. Он буквально два слова сказал о журнале, этот журнал, который мы издаем. Я не знаю, он принес сегодня с собой показать или нет. Это школьный журнал, который называется «Глобус». Да. Уже есть три номера, вот скоро выйдет четвертый номер. А спецномер вы не видели? Я не видела еще. Роберт Завенч действительно удивительный человек, и как художник, и как поэт, и просто как друг. И я думаю, что каждый из вас, который присутствует, это как отдельная книга, которую он очень любит, и каждый раз что-то новое для себя раскрывает. Мы с коллективом вас поздравим, подарок в школе. А это вот цветы от души. А это вам подарок. Это вот за неделю, пока вы не были, мы выпустили спецномер. И вот подарок, который принесла наша директор. Солист Ереванского академического театра оперы и балета Аракелян Галик Сергей. Браво! Здравствуйте, товарищи. Я сегодня хотел символично поздравить нашего друга. Я поздравляю. Спасибо. И педагог дополнительного образования у Галины Успенской, который присутствует здесь. Да. И вот подарок нам. Академический вокал. Yeah.
Особенно армян, потому что мы почти одинаково принимали христианство в этом мире. Дорогой Толя, спасибо большое вам. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Ну что ж, давайте мы спровоцируем наш поход и отправимся только на первый этаж. Выпьем, закусим и, возможно, пожелаем ему дополнительного здоровья, успехов.